Так, как там идет? Да, все идет. Вирусник вылез. Ну что, всем привет, с вами StoneCrush, и мы продолжаем, точнее, завершаем Папкин Джек или Пиквенный Джек. И... Так, у нас кладбище сейчас. Осталось два уровня. Так, музыканты тут были. Окей. У нас появилось оружие коса. Да, и та же музыка, что была в этих. Привет, Лоу Лайф. О, кладбище. Почему именно кладбище? Не потревожь неупокоенные души, Джек. Это я, если что. Кто я? Кстати, музыка хорошая довольно. Напоминает Medieval. Привет, Рома. Лёха? А чё такое... А чё такой ник странный? Как будто название какого-то канала. Нам нет смысла, наверное, разрушать, да? Ладно, пойдем дальше. Ты кто? Хо-хо, приветствую. Ох, а ты тут очень даже к месту, хо-хо. Я уже тут достаточно проторчал на кладбище Гремлин. Но не на этом, хо-хо, я про другое кладбище. О чем ты говоришь? А за этими вратами лежит внутреннее кладбище с совы кучи монстров. Горгули, призраки, скелеты и даже волшебник. Волшебник, он здесь? А ну пропусти меня, ты! Я бы с радостью, хо-хо, но не каждый может войти. Пройди мои испытания, и я тебя пропущу, хо-хо. Ладно, что за испытание? Чтобы открыть ворота, мне требуется сила трех гримуаров. Они находятся в склепах неподалеку. Один здесь. И два там, хо-хо. Принеси все три гримуара, и я пропущу тебя, хо-хо. Да что с вами всеми? Откуда столько бессмысленных заданий? Ну пошли, берем эти гримуары. Не ломается. А, понятно, опускаться. Ого, так держать, Джек, еще два гримуара, я открою ворота. Это довольно просто. Ага. Вроде новые враги. Таких я не видел. Thank you.
Ну что, как у вас настроение? Нормально? Ого, вот и следующий, еще один, и дело с концом. О, Джек уже вернулся, что? Ого, ты отыскал все гримуары в склепах? Какие гримуары? Ох, должно быть твоя память хуже моей. Принеси гримуары из склепов, что я открыл ворота. Да я в курсе. Ты кому? Всем? Всему чату? С кем я общаюсь? Чат же для этого и нужен, чтобы с ним общаться. С косой на самом деле хорошо ходить. Да блин. Ай. Стик вы еще не поглючивал. Говорят, геймпад от PlayStation 5 работает на компе. По крайней мере, те, кто пробовал, у них он обнаружился. Прекрасно, а теперь отойди! Врата, откройтесь! Ну чего ты ждешь? Ворота уже открыты, хо-хо. Чекпоинт. Это место сошло с ума. Уберите огонь, пожалуйста. Ладно, я как-нибудь вот так прыгну. А все нормально. Уйди отсюда, стрелок. Ага. Перепрыгивать. Ай-яй-яй. Ай-яй. Ага. Прыжок веры. Джек, горгулья, убей ее, Джек, я их ненавижу. А, понятно. Горгули вроде не было. Так.
Так, куда теперь? Вниз? Я сомневаюсь, что вниз. Интересно. Да, вниз нет. 39 раз мы умерли. Опять горгулья. Куда попёрла? Она опять создала эту башню? Ты не обордела? Теперь вопрос, куда идти? Я написал, что завершаем, но, блин, можем и не завершить. А, наверное, вот посюда. Ага, вот куда. Блин. Ага. Понятно. Много непростой платформ пошел. Угу. Новая контрольная точка. Так, опять горгулья. Как ли ты там расселась? Так, тихо, слишком тихо, у меня плохое предчувствие, Джек. Горгульи сейчас будут. Стоп, ты слышишь? Кар-кар, она несется прямо на нас. Контроль высоты. Ой-ё. Это что-то новенькое. А как контролировать высоту-то? А, вон как. Необычно. Yeah.
Ай. Ай. Ура. Мы это прошли. И горгули начала нас атаковать. А вот чьи тупица, небо принадлежит птицам, а не всяким говнюкам. Я уже говорил, что ненавижу горгули, потому что я ненавижу горгули, терпеть не могу. Так, стрим-то есть хоть? Стрим, да, на месте. Проверяю, если что. Что-то тихо в чате. А вам нравится горгули? Охо, Джек, снова здравствуй, рад тебя видеть. Опять ты? За что мне это? Как ты попал сюда раньше нас? Тайна смотрителя кладбища, хо-хо. Конечно. Неважно, пропусти меня. Думаю, ты уж понимаешь, что это не так просто. Дай угадаю, очередное испытание? Нет, всего лишь услуга. Это еще хуже. Хочу, чтобы ты убрал все эти надгробия. Что, зачем? Я лишь маленький смотритель кладбища, у меня не хватает места для новых могил. Ты тут для того, чтобы уничтожить весь мир. Мне понадобится место для новых могил. Я лишь прошу тебя убрать все эти надгробия, это легко. Когда закончишь, открой ворота. Можешь начать оттуда, принимайся за работу. Когда я успел стать всеобщим мальчиком на побегушках. 16 надгробий. Еще 5, Джек. Осталось 3. А, голова. Джек, у тебя 100 правых память, напоминаю, тебе нужно подключить свой ум в голову. И вот тыква отделяется, отделяется. Привет, Антон. Ай. Так, еще одно надгробие где-то. Ее же уже отделяли тыкву. Ты разве не видел? Так, где? А где еще одно надгробие? Еще склеп есть. Ну-ка в него заглянем. Хорошо, теперь тебе их... Ох, нужно сделать, ну, отделить свою голову. Вот и ответ на твой вопрос.
Пошли отделять голову. Как много надгробий, приступим, круши их. Что это за имена такие? Гарри Джонсон. Уильям Уилсон. Надо все ломать или они не ломаются? Напомню, игру делал один человек, так что это не имена разработчиков. Может, игра тех, кто поддержал игру? Ой, имена тех, кто поддержал игру. Ну блин. А что надо сделать-то? В правильном порядке, что ли, их надо? Так это первое. Это не вторая. В общем, первая издалека, потом другую, какую надо. Мне кажется, их надо в правильном порядке открывать. Нет. Ну вот это точно первое. Ну игра как раз на Хэллоуин вышла. Вполне уместно. Ага. Ага. Это нужно пары найти. Хочешь стать знаменитым? Хочу, но не в этот раз. А, или мне найти одинаковые кресты, может? Нет. Или родственников найти надо. Майкл Смит Уилсон. Фэрроу. Уилсон, по-моему, был тут. Вот он. А, вот Уилсон. Вот Уилсон. А там был не Уилсон. Понятно, Смит. Так, а Смит где? Макуфин. Уолкер. Дюфонт. Вот Смит. Майкл Смит. Уолкер. Уолкер на вот это. Нет, это Макуфин. Вот это, наверное. А нет, это Уолкер. Так, Дюфонт. Это Уолкер. Так, а Уолкер где? А вот этот, что ли? Надеюсь, мы никого не разбудили. Ого, отлично, сейчас открою ворота. Крушитель надгробий. А это снести можно? Нельзя, да? Ну погнали дальше.
Новая контрольная точка. Опять мертвяки впереди. Коса хорошее оружие на самом деле. Придержи коней, Джек. Так, 5. Тан-тан-тан. Ай. Ай-яй. У меня снова голова кружится. Использовать трос. Так, скелеты. Ай-яй. Интересно, кнопку можешь зажать? Не, нельзя так. А супер удар как делать, интересно? А, вот так. В прыжке надо. Так, горгулья. Блин. Так. О, еще птица. Секретная птица. Ну, голова птицы. Так, 8. Но я все равно не соберу. Надо каждый угол обыскивать. Новая контрольная точка. Так-то лучше. О, 9.
На них мы костюмы покупаем. За эти штуки. Наконец-то собор. Интересно, есть ли кто дома? А в состо есть. Так, а это что? Тан-таран-тан-тан, тан-таран-тан-тан. Это кто? Ты кто? Что за ремонтник? Ты торговец, да? О, Джек, ты меня преследуешь? Не льсти себе, урод, что ты здесь забыл? Разве это не очевидно? Выкапываю. Выкапываешь тела, конечно. Итак, ищу что-нибудь новенькое. У меня как раз появилась новая кожа. 27. Конюк. Скелет. Давайте, инспектор. Мы теперь в костюме инспектора будем ходить. Ну типа рабочих. Я вижу кого она. Эх, если бы у тебя были крылья, а так пресс как каравкаться. Это за луч. Ладно, пойдем наверх. Это ставит садил себе грех гордыни, но разве мы не прекрасны? Нам осталось еще 6 раскрошить. Ну-ка, я разобьюсь. Интересно мне. Ага. А где эти статуи? Где их крошить? Внутрь-то зайти можно? А, контрольная точка, вот. А сюда, если... Так, в воду лучше не прыгать. Утонем. Добро пожаловать в мой собор, Джек.
Ага, ты кто такой? Я архитектор Ада. Мой хозяин приказал ожидать тебя здесь. Понятно, собор разрушен. Это ты так время убивал? Этот собор был разрушен до моего прибытия. Я считаю своим долгом сохранение его величия. Но всем нужно чем-то заниматься. Будучи архитектором Ада, я ответственен за строительство и обслуживание всех систем. А клонирование упрощает мою задачу. Должно быть здорово. Ладно, я здесь, кто дальше, архитектор? Где этот подлый волшебник? Он был здесь несколько дней назад. Мы пожелали друг другу доброго здравия, и он ушел через портал. Я знаю, как открыть такой же портал и отправить тебя прямиком за ним. Отлично, наконец-то хоть кто-то полезный. Чего мы ждем? Сперва ты должен... Ох, черт, я-то думал. Порталу нужна энергия. Джек-волшебник использует магию, а нам придется импровизировать. На этом кладбище есть статуи, в которых заключена сила семи смертных грехов. Разбей статуи и выпусти эту силу, а я смогу открыть портал. Что ж, ломать не строить. Показывай дорогу. Статуя, в которой заключен грех гордыни, находится на вершине собора. Остальные статуи находятся за этими воротами. Быстрее, Джек, с каждой минутой волшебник становится сильнее. Так, за воротами. Я же уже сломал статую гордыни. А как остальные-то статуи взять? А, он открыл нам ворота. А ну ладно. Он нам ворота-то открыл. Ого, черепа подделки, какое оскорбление. Я не ожидал с этой подделки. Блин, я думал, наследую настоящий. Да, блин. Перепрыгивать их надо. Блин. О. Это целый содержит все грех зависти. Хотелось бы мне содержать такой грех. Нам осталось все 5 раскрошить. Ну, поехали. Крошить. Так это чё? Блин. Понятно, это просто бой был. Это сразу задержит все грех. Это сразу задержит все грех гнева, и мы разнесли ее на кусочки. Надо еще 4 раскрошить. Идем крошить. Блин, самую дальнюю надо будет еще. Что такое? Отдать вороний череп? Ага. Ясно. Джек, как ты смеешь?
А это куда? А если я отдам череп? А, то есть это просто сократит путь? Это ставит заделать себе грех алчности. Заберу-ка я эти камушки с собой. Нам осталось все три раскрошить. Ага. Ты все с черепа не отдашь, что-то будет, да? Как бы жадность будет, да? Жадность твою проверяют. Ага. А, вот что это. Это чтоб череп взять. Ясно. То есть, если ты не можешь череп положить, мы тебе дадим его собрать. Ясно, ладно. Ой. Ну-ка сюда пойдем. Это что такое? Это что за танцы? Обнаружен граммофон. Ну я под это танцевать точно бы не стал. Под это что он там танцевал? Так, надо пополниться. О, привет, Джек. А ну нет, отстань, жаба. Я больше не буду проходить испытания или выполнять просьбы, ни твои, ни чьи-либо еще. Я и так потратил ему времени на бесполезную беготню, исполняя прихоти каждого встречного, испаляя. Все, мне надоело. Ну если ты так решил, то я не помогу тебе пройти через кладбище. Охо, выше нос, я шучу, конечно же я помогу тебе. Ты хотел узнать, как я передвигаюсь по местности? Да-да, я уже знаю. Тайна смотрителя кладбища. Что ж, вот смотри. О, Абеляр Фас, мальчик. Понятно, через горгулью. Ай-яй. 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 И куда эта глыба нас тащит? Валит, меня укачивает, а я птица. К твоему сведению, именно поэтому я ненавижу горгулей. У камней ужасная аэродинамика, как они вообще летают? Да блин. Эта пытка когда-нибудь кончится? Отпусти меня, ты придурок!
вот и горгулья. Получи, тупица, не принадлежит птицам, а не всяким говнюкам. Эта фраза уж была. Эта сада содержит в себе грех похоти, ах ты моя сексуальная тыковка. Нам осталось еще два раскрошить. Тара-та-та-та-ра-та. Ага. Отделить голову надо. А опять Вейн. Эрик Картман. Серьезно? Эрик Картман? Кенни Уэйн. Кайл Фигис. Токен The White. Это чё, все из Южного парка, что ли? Ходор Паркер. Это Игра Престолов же Ходор. Тирион Арчер. Тирион Ланнистер, наверное. Дейнерис Смит. Леонида Сноу. Стерлинг Вейн. Питер Старк. Наверное, этот. Тони Старк. Кларк Паркер. Питер Паркер, наверное. Тони Ду. Робин Бэггинс. Бэггинс — это же этот. Властелин колец. Боромир Старк. Боромир — этот Леголас. Кэндл Зе Вайт. А, Гэндальф Белый. Гэндальф Белый. Сэм Вискартман. Фродо Бэггинс. Вы серьезно? Брюс Арчер. Лана Сноу. Пэм Смит. Доктор Фигис. Крюгер. Прикольно. Картман. Кто Картман там был? Нет. Вот Картман. Прикольные отсылки, конечно. А, Крюгер был в конце. Уэйн. А Уэйн — это кто? Где тут Уэйн? Так, это Арчер, это Сноу. Старк. Леголас. Бэггинс. Нет, Бэггинс — это вот этот. Нет, не этот. Вот Фродо Бэггинс. Это Боромир. Вот Бэггинс. Так, тут кто у нас? Токен The White. А Гэндальф где был? А вот Уэйн. Так, это Сноу. Смит. Дейнерис Смит.
Тони Ду. Леголас Ду, Тони Ду. Паркер. Арчер, Тирион Арчер. Пэм Смит. Там Дейенерис Смит была. А это Паркер. Вот Дейенерис Смит. Доктор Фигис. Это Паркер. Ходор Паркер. Фигис. Это Старк. Токен The White. Он вот это. И Старк остался. Поздравляю, Джек, ты разнес все кладбище, молодец, наверное. Это содержит в себе грех лени. Нам правда нужно продолжать? Отлично, Джек, мы почти готовы. Отправляйся в склеп перед собором, осталось последнее дело. А, теперь надо в склеп отправиться. Посмотреть, что внутри. Типа босс. Фу, эта штука чревоугодие. Убей ее. Прыгай, Джек. Прыгай, Джек. Так, и что надо сделать? Есть проход, Джек. Мы в желудке, фу-фу, вытащи меня отсюда. У него голова исцелит, ты не можешь ее ранить. А что я могу-то с ней сделать? А, вон. Понял. Ай-яй. Есть проход, Джек, запрыгивай. Ну теперь я знаю, как ее валить. Ай-яй. Блин, эх.
Ай-яй. Блин, много урона отнимает-то. Много урона наносит, а не отнимает. Да блин. Да ё-моё. А-а-а, здоровья мало. Сваливай. Ух. Ты победил, ты одолел Тревоугодие. Отлично, Джек. Это содержит всех грех Тревоугодия. Как же хочется есть. Вот и все, Джек. Пойдем расскажем этому ненормальному архитектору. Отлично сработано, Джек. 7 смертных грехов были выпущены из заточения. Подожди, ты это имел в виду? Я думал, статуи просто заколдованы. Статуи были лишь печатями, сдерживающими грехи. А ты их освободил. И с этой силой я смогу открыть портал прямиком на север. Ну, по крайней мере, мы сделали мир немножечко хуже. Открывай портал, архитектор. Мне еще волшебника убивать. Хорошо, Джек, но будь осторожен, волшебник умен и могущественен. Поэтому прими от меня кое-что, я наделю твоего черного спутника своим даром клонирования. Когда ты пройдешь через портал, твой спутник сможет в любой момент создавать свою копию. И мне придется терпеть еще больше этих назойливых пернатых? Ого, спасибо, вот это подарок, всегда о таком мечтал. Твой маленький друг верно тебе служит, Джек, тебе стоит это признать. Судьба мира в твоих руках, Джек. Теперь иди, убей волшебника и обреки мир на погибель. The final leg of the journey has begun. Inside the expansive cemetery, Jack delves deep into a demonic neighborhood that lies within, filled with monsters, gargoyles, and the spirit of the dead. Jack meets with the Architect, an agent of the devil sent to deliver Jack to the wizard's destination with the power of the seven deadly sins, long since plugged by humanity's virtuous knights. Destroying six of the idols, restricting the power of the sins, Jack slays the embodiment of gluttony itself to unseal the power of the sins, the greatest force of evil known throughout history. Using his great magic and the sins' power, the Architect constructed a portal to the far, far north, where the wizard now attempts to unlock the secrets of the amulet to usurp the devil's power. Time is certainly running out for Jack and his companions. If they cannot traverse the harsh and bitter north, the wizard's final defenses against the darkness, then he will fail in his mission. Жестокий суровый север. О, новая способность, что ли? Да, новое оружие. Карка, архитектор дал тебе новое заклинание во время загрузки. Опробуй его.
Я пробую. Ого, Джек, ну и видок. Как ты, замерз? Тут жутко холодно, птица. Когда этот тупой архитект сказал, что мы отправляемся на север, я не думал, что он имел в виду. На самый север? Ух, волшебнику хотелось уединения. Бр, странно, что ты в сосульку не превращаешься. Ух, меня переполняет энергия, эмоции, я горю, Джек. Мы у цели. Здесь на севере волшебник выпускает силу амулета. Это твой последний шанс избавиться от него, Джек. Если я не заледенею. Ух, тогда думай о чем-то теплом, Джек. Две снеговики, Джек, растопи этих уродцев. Кар, мне не говорили, что на севере так холодно. Снеговики. Новая контрольная точка. Но это последний уровень. В принципе, 6 уровней — это нормально. Неплохо. Ты используешь мои волшебные мосты, отсутствие мозга и отсутствие манеры идут рука об руку. Окей. Так, еще одна птица. Арка, надеюсь, мы не упадем. Так, контрольная точка. Попридержи коней, Джек. Но жуткие снеговики — это кошмар наяву. Не особо на снеговиков похоже. Ну, в принципе, да, снеговики. Снеговики с головой тыквы. Так, куда теперь? В воду точно нельзя. На лодку. А череп? Как его взять? Понятно.
Понятно. Так нельзя взять. А, вот сюда, наверное. Ага, сюда. Какая такая способность-то? А это чё? Это, наверное, мозг будет. А нет. Вот где мост. А здесь чё? Птица? Алдана так далеко на севере, должно быть, они защищают волшебника. Тут голова. И тоже мост. Ну там, наверное, мост дальше, а тут мост, наверное, к голове идет. А нет. Ясно. Как хорошо, что волшебник оставил для нас эти мосты. Не то слово. Ты не помешаешь мне. Так-то лучше. А, ту голову как собрать? Там, где вода была. Опять взрывать. Каркар, эти деревья почему-то острые. Джек, не приближайся, когда они вращаются. Это елки. Новые враги. Елки.
Так, бежим отсюда. Мы последняя линия обороны волшебника, ты не пройдешь. Джек, друг мой, добро пожаловать. Я не могу отделаться от тебя даже на проклятом Северном полюсе. Как ты вообще выносишь местные условия? Да с меня песок сыпется, холод мне нипочем. Фу. Вот и все, да? Последняя битва? Похоже на то. Это же веская причина купить новый костюм. Втюхиваешь свои костюмы даже перед самым концом света. Что ты вообще делаешь с этими вараньими черепами? Ужасные вещи. Даже ужаснее, чем выкапывание трупов и продажа их кожи. Да хватит вопросов. Смотри на товары. Иначе ты узнаешь, насколько чудовищно может быть чудовище. 13. Ну 13 у меня нету. 30 надо и еще 40. Это получается надо 70 было собрать, чтобы костюмы купить. Я не знаю, во всей игре сколько всего. 120, по идее. Но 120 вполне хватает. Надо все собрать, короче. Чтобы все костюмы открыть, надо все собрать. Ого-го, кто там? Санта? Тук-тук. Ого, кто там идет? О нет, Санта-Клаус? Он самый, хо-хо-хо. Джек, ты очень плохо себя вел. Могу вести себя еще хуже. Пропусти нас, жирный. Ого, нет-нет, у меня есть список. Джек и твое имя в нем первое. Я предупреждаю тебя, пропусти меня. И позволить тебе уничтожить мир и всех послушных мальчиков и девочек, живущих в нем? Ого-го, никогда. Волшебник наделил меня магией, способной остановить время, остановить тебя, Джек. О, правда что ли? Что ж, Санта, тогда попытайся. Что, я? Мне нужно делать игрушки, у меня слишком много работы. Получается, ты будешь изготавливать игрушки вместо того, чтобы предотвратить уничтожение мира? Таков капитализм, хо-хо-хо. Если ты не выйдешь, мне придется зайти самому. Даже Санта на стороне волшебника? Джек, мы что, злодеи? И дай в мастерскую взрывные подарки. Я понял. А, блин. Так. Отлично, Джек, продолжай, пусть это место горит. Как новогодняя елка.
Блин. Готово. Ух, уходи отсюда, Джек, сейчас рванет. Ура, мы убили Санта Клауса. О нет, мы убили Санта Клауса. Что поделаешь? Зато на пути не мешается. Ай-яй. Ой, еще череп. 7 черепов. Опять ёлки. Так, 8 голов уже. Не хочу показаться грубым, но я не принимаю гостей. Не принимаешь, так значит примешь. Вот опять голова, которую фиг поймешь как взять. Может, обойти надо как-то. Китайский волшебник уже крышка. Контрольная точка. Как там хоть стрим идет, а то читаю. Кого они... Не слышно, не видно. Так, 1:20. Им идет. Так, это туда, да? А это туда. Окей, ладно. Придется найти обходной путь, Джек. Вот бы ты умел летать. Так, вот эту выключить можно? Да, можно. Опять граммофон. Как он может под такое танцевать, я не понимаю. Что это дает, интересно? Обнаружен граммофон.
В предыдущих уровнях я граммофон не находил, но вот в предыдущем находил и в этом. А в ранних не находил уровнях. Так, ну пойдем сюда. Или это обратно? Скорее всего, это от обратно. Раз тут чекпоинт, контрольная точка, значит обратно. Так. Обходной путь. Надо искать. Блин. Сюда попробую. Ну, вроде туда, куда надо. Блин, все горит. Ай-яй. Голова. И все? Кроме головы здесь ничего нет, да? Окей. Так. Уф, это было непросто. Отлично, Джек, продолжай. Контрольная точка. О, опять ты. А, Джек, мой самый нелюбимый клиент. Опять ты. Дай угадай, тебе требуются мои услуги, но ты не собираешься платить. И если я не перевезу тебя, ты прибегнешь к насилию. Я так рад, что мы друг друга понимаем. И еще бы, ладно, залезай, я свое дело знаю. Ну давай, погнали. Где на борт? Держитесь крепче, опять лодка переворачивается. Перепрыгивайте. Thank you.
Перепрыгивайте. Это опять лодку перевернет, да? Ну конечно. А чего я ожидал? Вот сохранение. Перепрыгивай. Перепрыгивай. Впереди стена, нужно будет найти обход. Держись крепче. Ой-ой. Здесь заканчивается свое путешествие. Хоть ты и скупой, Джек, но ты наша последняя надежда. Приплыли, Джек, убей этого волшебника, я прощу тебе твой долг. Так, вон уже портал к волшебнику, я как вижу. Тут так много солдат, Джек, пора устроить бум-бум. Давай устроим. Блин. Я пошел отсюда. Да ё-моё. 43-й раз умер. Ай-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй.
Ладно, давай взрывай его. Бабах! А, да, уж размер калибра действительно не имеет значения. Так, ну мы скоро к волшебнику придем. Так, контрольная точка. Вон же портал к нему. Кар-кар, только не очередной портал. Уф, у меня голова кружится. Ух ты, ты используешь мой портал. Где твой город, Джек? Где твой город? А, два раза прочитал. Ох, нифига себе. С другой стороны, это может стать полезным исследованием. Посмотрим, как ты с этим справишься. Ух, ё-моё. Хорошо, хорошо, спасибо, Джек, это было весьма поучительно. Блин. Необычно. Разработчик реально старается как-нибудь по-всякому разнообразить игру. А смотри, как ты не справишься. Ай-яй. Да блин. Ага. Нет, это еще не все. Новая контрольная точка. Мы еще не добрались до него. Так, 10. Кар-кар, я что-то вижу впереди, похоже на мастерскую на севере. О нет. Ну так я думал, что есть голова. И череп птицы. Ё-моё.
Ай-яй. Опять тук-тук. Опять Санта-Клаус. Еще один. Ого-го, не все так просто, Джек. Санта, разве я тебя не убил? Да ты убил меня, и теперь ты попал в мой список супер непослушных, Джек. Я специально для тебя его придумал. Как ты пережил взрыв в мастерской? Я волшебный идиот. Я все еще восстанавливаюсь, но не могу прекратить изготовление игрушек. План должен быть выполнен. Тьфу, капитализм. Самому тошно. Ну я убил тебя однажды, может быть, смогу убить еще раз. Хоть после смерти отдохнешь. Ну и сейчас опять на то же самое будет делать. Почему он не умирает? Нам снова придется убить Санту. Кар-кар. Быстрее взрывай, встроим ему сбочку. Да блин. Отлично, Джек, продолжай. Да ё-моё. Ра-та-та-та-та-та-та. Уходи отсюда, Джек, сейчас рванет. Кто мог подумать, что я когда-нибудь скажу? Не могу поверить, мы убили Санта-Клауса еще и дважды за день. О, портал. Ух, мы на месте, Джек. Я чувствую силу волшебника. Ух, перья встают дыбом. Получается, это все? Волшебник находится по ту сторону портала? Да, я не сомневаюсь, он точно там. Обернут для нас в праздничную упаковку. Да как удобно, что он оставил портал открытым. Это может быть ловушкой. Ловушка или нет, надо действовать. Лети вперед, иначе зачем ты мне нужен? Это твоя работа, Джек. Так делай же ее. Убей волшебника и обреки мир на погибель. Ага. К сожалению, исследовательская ценность твоей жизни исчерпана. Ай-я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 й. Я сойду с тобой в битве. Я буду ждать тебя, Джек. Ай! Что ж, волшебник, да? Последний босс. Здравствуй, великий Джек, вот мы и встретились. Добро пожаловать в мое скромное жилище. Что это за место?
карманное измерение собственного изобретения. Здесь я могу спокойно работать, но ты посмел в него вторгнуться. Я пришел, чтобы хорошенько начистить твою мерзкую морду. О, сразу к делу, ясно, но это значение не имеет. Этот амулет пустышка, так что можешь прикончить меня. Ладно, значит, как-то не очень весело выходит. Эх, весело? Убийство доставляет тебе столько же удовольствия, сколько мне исследование. Несмотря на мои усилия, амулет тлеющего пепла не покорился мне. Последняя строчка на той скрижали, я стер ее на случай, если ты заполучишь амулет. Хочешь узнать, что она гласит? Хочешь узнать тайну амулета? Валяй. Чистый человеческий дух, это все, что там сказано. Чистый человеческий дух. Мой дух недостаточно чист. Разве я не посвятил свою жизнь другим? Ого, успокойся. Кто бы говорил, Джек, а твой дух чист? Отделенный от тела, он треплется в этой глупой тыкве. И что ты сделаешь? Вытащишь мой дух и будешь использовать его в своих целях? А что, звучит неплохо, не двигайся. Джек, будет больно, очень. Пусть это станет концом твоего проклятого существования. Жалкий глупец, такой, представляешь, какой силой я обладаю? Представляю. Ну да, Лёша, последний бой. Ну, игра и так длится, сколько, 5 часов? Вполне нормально. Не представляю, через что мне пришлось пройти. 5 или 6. Ай, блин. Вот так надо делать. Я мои изучения, эксперименты, я был никем, а теперь я величайший волшебник в мире. Ну же, быстрее. Он уязвим, Джек, это твой шанс. Нати. Я защитник человечества, я последняя надежда мира, я праведное правосудие. Ой-ой. Уйди от меня. Вали отсюда. Ты бы знаешь, чем все закончится. Добро побеждает зло, и на этом добро... И это добро представляю я. Ой, блин. Скоро ты снова станешь просто простой бесплотной легендой. Блин, не успел. Ты изгнан к дьяволу. Что ты вообще такой, Джек? Ты лишь сплошное разочарование. Эх. Ладно. Погнали. Я его все равно одолею. Я провел всю жизнь, заключаюсь и практикуюсь, оттачивая свою магию. Ты не представляешь, через что мне пришлось пройти. Я представляю. Но меня как-то это не особо волнует. Мы изучаем все эксперименты, я был никем, а теперь стал всем, да? Окей. Тот, кто был никем, тот станет всем. Ну, извим. Ой-о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 й. Не знаю просто, что говорить. А даже на реакцию играть тут.
реагировать не просто так. Опять это... Еле успел. Ой-ой. Ой, капец. А в воду упаду сейчас. Быстрее, быстрее. Я таких человек, это последняя надежда мира, я праведное правосудие. Главное в яму не упасть. Ты не знаешь, чем все закончится, добро побеждает зло. Блин, вот это вот мне не нравится атака. Самое неприятное. Проблемы будут. Признай, Джек, твое время. Ай, блин. Сосредоточься. Я не буду читать, что он говорит больше. Потому что тогда я не смогу его выиграть. Вот тут нет ограничений, никакой стамины, выносливости и прочего. Так бы во всех играх делали. Стамины и выносливость только портят игры. Я хочу неограниченные кувырки. Да, блин, прям в щель. Ух.
кажется, вот так сделаю. А, быстрее. Блин. А. Ай-яй-яй. Блин, здоровья мало. Блин. Ай-яй. А, торопись быстрее. Есть. А нет, не есть. Не успел. Я думал, есть, но нет. Не успел. Блин. На одну миллисекунду я не успел. Самое сложное... Это вот, когда это... Прыгать надо. Вот это вот. Главное, еще в яму не упасть. Это бой как с Кроникой. Ну... Я бы не сказал. Тебе просто сравнить не с чем. Я много тебе могу игр сказать. Настоит напоминает. Во многих платформерах такие боссы. Ну, по крайней мере, подобные. Блин.
вообще нечестно, если честно. Блин, надо было ближнего бить. А, блин, не успел. Undertale? Ну, Undertale не совсем. В Undertale не такие боссы. К примеру, Jersey Devil, Medieval. Тут же Yooka-Laylee, наверное. А нет, Yooka-Laylee нет. Crash Bandicoot. Ой, Spyro. Блин. Неужели? Ура! Нет! Ах, нет, невозможно! Кем ты себя возомнил? Я великий Джек, не забывай об этом. Ты ничтожество, что ты наделал? Будь ты проклят, Джек, будь проклят, и будь проклят этот жалкий мир, который тебе останется. Эй, я так и хотел. Спасибо, Лёша. Он мертв? Джек, у тебя получилось. С этим мелким пакостником наконец-то покончено. Даже обладая всей этой силой, он не смог сравниться с нами. Да, всей этой силой. Что ты задумал, Джек? Я знаю этот взгляд. Амулет тлеющего пепла и чистый человеческий дух. Мой дух. Хе-хе-хе. Ха-ха-ха-ха. О да, да. Я чувствую силу, свою силу. Дьявол может подождать. Я хочу уйти в разнос. Да-да, вот это настоящая сила. Я подобен королю, я подобен богу. Я Джек. Victory at last! Victory for the underworld! Victory for the devil! And victory for the great Jack and his friends! Even with the likes of monsters, humans, and Santa Claus himself standing between him and the wizard, Jack and his companions cut through their defenses and make their way to the heart of the North. The cold and bitter air does little to deter Jack from fulfilling his mission, as he finally reaches the final portal, where on the other side, the wizard has been trying and failing to unlock the amulet's power. Only releasing that Jack's pure human spirit is the final key to wielding the power of the amulet. The wizard confronts Jack in the flesh at last. As the legend predicted, the champion and the pariah join in their final battle of good versus evil. And evil triumphs. It's a long and arduous battle, and the wizard is powerful and cunning. Faced against Jack's greatness, cunning and strength, the wizard falls at last. With his dying breath, he curses Jack and the world he inherits. Just in time for Jack to steal the amulet and take its power for himself, empowering the humble soul inside a pumpkin like a god. Returning to the devil's good graces after so many centuries, Jack is free to roam the monster-infested earth and powerful enough to destroy it. All just another day in the life of the great Jack. Ну что ж, вот и конец. Разработчик Николас Мейсоньер. С 2016 года он игру разрабатывал. Получается, он делал 4 года.
Ну тут еще кто-то ему помогал. Ну что могу сказать, хорошая игра вполне. Для одного человека тем более. Ну, один он, конечно... Ну, тут есть, конечно, помощники, но они не считаются как бы основными разработчиками. Разработчиком он считается один. Остальные просто помощники. Игра была переведена на много языков, как видите. Да, давно близко таких игр не выходило. Чтобы и под Хэллоуин, платформеры, да еще и с разнообразным геймплеем. Это очень, очень редко выходит такое. И чтобы это было хорошо сделано. Не надоедало особо. Тоже игра пройдена. В общем, могу сказать, что одна из лучших игр этого года. Время еще. Да, в принципе, может быть и есть. Ладно, посмотрим потом еще какие-нибудь игры, может, если получится, конечно. Но эту игру я не жалею, что прошел, в принципе. Ну, концовка такая, конечно, но... В принципе, мне было все равно уже на концовку. Игра, в принципе, доставила мне удовольствие, так что... Это радует. Вот еще одна игра в копилку лучших игр этого года. Причем сделано одним человеком. Undertale, кстати, тоже был одним человеком сделан. Конечно, я люблю Undertale, но... Эта игра тоже хорошая. Музыкальной немного не хватило. Музыка не такая запоминающая. Интересная. Есть, конечно, вот эта вот тема, вот эта вот, она медиевым чем-то похожа. Но и все на этом. Остальные темы какие-то, ну, они или какие-то классические темы переделали, или просто какую-то музыку свою какую-то, ну, не особо подходящую к данной атмосфере игры. Ну, мрачная атмосфера — это хорошо сделанная. Вот про эту игру я могу сказать, эта игра атмосферна. Это атмосферный платформер. Это не просто хождение в темноте, это хорошо сделанная игра. Хорошо сделанная в своей стилистике, в своей, так сказать, в своем стиле в таком. Они просто, блин, темнота и ходить по каким-то комнатам в темноте. И выдавать это за хоррор. Это, конечно, не хоррор, понятное дело. Ну, это, так сказать, я бы сказал... Не знаю, для меня вот такие игры всегда были хоррорами. Medieval я тоже всегда считал типа хоррора. Но Medieval не считается хоррором. Хотя вот эта тема кладбища, мертвецов... Всей мрачности вот этой... Это... Ну это не может относиться к чему-то... К чему-то веселому. Не знаю, к какому-то приключению. Странно это, что такое хоррором не считается. Я бы сказал тогда, это, что это мистика больше, чем хоррор тогда. Ну ладно. Игра, в принципе, хорошая, можно... На этом и закончить.
говорить о плюсах, минусах игры, я думаю, не стоит, потому что я бы сказал, что я знаю, но не хочу знать, мне не интересно это. Я вообще не понимаю, как вообще это можно играть и вообще зачем вообще это играть. Я видел, как некоторые пытались в это играть. Не потому что... Ну, потому что там подписчики якобы этих каналов захотели. И они решили подписчиков поиграть. В итоге ничего не вышло, подписчики расстроились. И только престиж каналу, так сказать, испортили. Оно мне надо портить свой канал такой игрой. Ну я такое за игры не считаю. Несколько. Если кто там прошел, это не те люди. Я просто знаю людей, которые вообще такое не любят и никогда не любили, но подписчики настояли. Ютуберы что угодно тебе пройдут. Есть ютуберы, которые... Не знаю. Ну что угодно пройдут реально. Только они это не за бесплатно проходят, если ты не в курсе. Печально, конечно, что вы такое за игры считаете. Какие-то, блин, какие-то вот это вот расхвалили. Видимо, ютуберы те же расхвалили, им денег заплатили, они расхвалили и все это схавали. А что-то хорошее, интересное, никто не будет не рекламировать ничего, оно так и останется где-то внизу. Я вот что вижу сейчас новое, что популярное, ну все какое-то, я не знаю, что сказать вам, ну блин. Нету духа какого-то в этих играх. Интерес такого. Не знаю, что сказать про эти игры. Ой. Не хочу конфликтовать с людьми по поводу этого. Хороших игр очень мало выходит, к сожалению. И не потому, что я их там... Потому что я их считаю хорошими, там, прочее. Просто... Ну, я не буду играть, там, в рогалики, там, еще какие-то, там, выживалки. Ну, я это не люблю тоже. Если уж Counter-Strike, то Counter-Strike 1.6. Вот это норм была. А то, что вот это, там, онлайновая, сейчас вот это вот... Ну, она всегда была онлайновая, но вот это вот... Бесплатное вот это. Такое. Тут фанат Battlefield'а, сколько не пытался Battlefield 5 полюбить, все-таки через 200 часов не выдержу. Вот так вот. Все время говорил, что это хорошая игра, хорошая. В смысле? CS 1.6 это не русская версия CSGO, алло. Это игра, которая вышла лет 17, наверное, назад. Может даже больше. Она начала 2000-х. Какая русская версия? Тогда еще Стима не было.
больше даже. Но она не русская. Она от тех же Вальф. Ладно. Давайте на этом закончим. Не будем об других играх говорить, потому что... просто не хочется об этом говорить. Ладно, всем спасибо, кто смотрел. Один спасибо тем, кто смотрел в записи. Один спасибо тем, кто писал в чате. Подписывайтесь на канал на YouTube, на чайной Good Game. Также есть Facebook и Одноклассники. Никуда не уходите. Сейчас, наверное, еще что-нибудь поиграем.